Рабочий бился за Бондарец с результатом 144,2 дБ. Красавец! Да, снимай видяху, потом фотки делаешь. Получай чашку, грамоту. И динамики. И оставайся далеко, не убивай. Второе место. Наши друзья с Новой Каховки. Смарыгин Дима с результатом 148,4. С обычного практически 2-киловаттник. Дима, ты лучший. Тебе две коробочки. У нас за второе место две коробочки. Одна чашечка и одна маленькая такая грамота. Ух ты, у нас перебит рекорд. По последней информации, в классе БАЗ-2, опять рекорд Украины в МСФ. Первое место. Нагорнович Константин с результатом 151,3 децибела. На какой частоте? 37. На частоте 39 децибел. Герц. Повседневчик.